Здравствуйте, меня зовут Ангелина, мне 10 лет. Учусь в художественной школе уже 4-й год. Мои увлечения – это чтение и рисование. Когда читаешь книги, попадаешь в волшебный мир, который раскрывает свои тайны, эмоции, чувства. Представляю вашему вниманию свою конкурсную картину «Познай себя». Наш век поглотил в них гаджетов. Люди стали забывать ценность книги. Они большую часть времени проводят в телефонах, ноутбуках, планшетах. Ведь книга – это таинство. Читайте книги, познавайте новые, а главное – познайте самого себя.